Представьтесь, пожалуйста, ваша фамилия, имя, отчество. Ахматов Хусейн Саипиевич. Число, месяц, год рождения. 6 июля, 66 год. Где проживаете? Проживаю в городе Москве, Фабрициуса, 40-44. Официально зарегистрировано? Совершенно верно. Понятно. Ранее судимы? Ранее судимы. А когда и по каким стадиям? Я уже забыл, это так много, что перечислить нереально. Понятно. А общий срок? Общий срок где-то лет 25 уже. Понятно. Ну, вы безработный, я так понимаю. Нет, почему? Я по связям с общественностью. Понятно. А принадлежность к уголовной среде у вас имеется какая-нибудь? Я, честно говоря, даже не имею представления, о чем вы говорите. А, ну, вором в законе являетесь? Если вы мне скажете аббревиатуру этих двух слов, то я, наверное, скажу да или нет. Просто никто не может мне объяснить, что это такое. Если мне кто-то объяснит, что это такое, я тогда скажу, это я или не я. Все, я понял.